Ноябрьскую пенсионерку подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает официальный сайт окружного управления внутренних дел. Выяснилось, что женщина являлась пенсионером Украины и с июня 2004 года получала пенсию там. Однако в апреле 2005 она обратилась в управление пенсионного фонда Ноябрьска, сообщила, что ранее деньги не получала и предоставила пакеты документов для оформления трудовой пенсии по старости. Сотрудники фонда оформили ее по всем правилам и стали ежемесячно выплачивать деньги. Таким образом, женщина незаконно получила более 450 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.